Так. Дорогие друзья, всем привет! С вами Виктор, и это канал Витёк Плей, и мы продолжаем играть в Resident Evil Revelations 2. Как вы помните, мы отправили по ленте, которую недавно включили, какой-то генератор в виде кубика. Вот здесь вот лежал. Он уехал из этого здания, но перед этим в этом здании какая-то огромная черная рука хватала людей. И я вот боюсь, что на обратном пути она на меня нападет. А, вот я же сказал же! Да твою мать! Какой он предсказатель хренов. Давай, бомби ему жопу, жопу бомби, она же оранжевая. Ну, ну. Какого хрена это делает здесь? Мать твою, что это такое? О, давай с приседя у нас больше повреждений. Да что ж ты член свой высовываешь? Ни хрена себе, что это? Он человека как щит использует или что это такое? Покинем у него какаху. Да жесть твою, беги! Беги, беги, беги! Не, я подсечка! Хороша! Ой, сверху сопля летит. Есть! Застрелил! Застрелил! Жесть, смотри, там нет, не застрелил, оно поднимается! Да сколько рожек снёт! Все, убегает! Хрентиш 2, что такое было, а? Ты за хрена тень такая? О, прикиньте, я секретное место нашел. Так. Так, я спину потяну, если потащу эту штуку до лифта. Ну, парень, ну придется, я не знаю, мужик, ты же этот. Так, а что можно сделать с этой клеткой? Я могу на нее вылезти, но перепрыгнуть на этот ящик я почему-то не смог. Он свалился с него. Так, что здесь еще есть? А, вот, вон туда мне надо его отправить, наверное, да? Ну, какая-то штука моргает. Я думаю, нужно затащить его по той лестнице вон туда, и он уедет к самому тому месту, куда мне надо. Он, кстати, вот на том ящике, по-моему, еще лежит винтовка, которую я уронил. Здесь был мужик какой-то подвешенный, да? Я его сбил, и он на тот ящик, походу, дело упал. Так, так, стоп, вон там какой-то сундук, я вижу. Сейчас мы тут все разведаем, сейчас все разведаем. Давай, тащи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, прогулка легкая. Я несу большой генератор. Не, дайте мне песенка. Я маленькая лошадка. Мне правда говорили, что не надо петь во время записи. У меня голоса нет, слуха нет. Так что, ребят, я сейчас каторгу для вас строил, я понимаю. Но вы простите, надо же было чем-то занять этот кусок. Этот кусок терпения. Ха-ха, когда же? Ха-ха-ха, писок щит. Да. У меня друган тут рассказал историю. Он айтишником вообще работает, а в какой-то компьютерной фирме. Ну, не в компьютерной фирме, в банке он работает айтишником. И, в общем, что это, порох? Пороха, что ли, не нюхал? Так, а как сюда залезть-то? Стопудов что-то вкусное есть. Может, этот ящик надо было сюда? Ну так вот, работал он, значит, там айтишником и настраивал какой-то женщине компьютер. А она англичанка, ну, может, там не англичанка, но знает только по-английски. Вот, ну он там что-то записывает, записать ему что-то надо. Говорит, можно листочек бумаги такой? А, типа, и вспоминает, как это по-английски будет такой. Can you give me a piece of shit? Говорит, кусочек бумажки он хотел сказать, а получилось кусок говна. Ну, в общем, поржали там, поржали, говорит, нормально, поняли, что это мой... Отвечает, maybe a sheet of paper, говорит. Ну, смешно получилось, мы с ним тоже под пивко это дело рассказывал, они ржали, как кони. Давай, лезь сюда, маленькая Наташка, сейчас мы твою ручку используем как отмычку для этого супер-пупер-мега-сундучка. Ой, ну, зачем по три замка делать, я не понимаю, вот они просто убивают время геймплея людей.
Это тихо, мимо, эх, тихо, мимо, 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 все мимо. Вот так, 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 пинч. Правильно. А ты что, прикалываешься с первого раза? От, блин. Нет, не с первого раза. Есть, ого, попадание. Снайпер просто. Надо же, а? Так, и там... О-о-о-о! Ящик с редкими деталями. Так, а куда все-таки я уронил? Сюда можно перепрыгнуть как-то? Можно спрыгнуть? Давай, прыгай сюда и туда на ящик. Можешь прыгнуть? Нет, ты слабак, я понял. Так, значит, теперь мы этот сундук должны с вами приспособить куда? Ну, смотри, а сюда Наташку можно запустить, кстати. Давай попробуем. Ну-ка, давай. Кирпич у нее есть, значит, ящик разбить сможет. Рубин. Так, что здесь еще? Рубильник какой-то, который не работает. По крайней мере, сейчас. Так, где мужик-то висел, которого я сбил? Вот непонятка. Просто там с него снайперка упала. Что-то похожее на снайперку, по крайней мере. Ладно, пока выползаем, но я думаю, нам сюда еще придется залезть. Так, так, так. А здесь что? Здесь закрыто. Так, хорошо, ну потащили, значит, этот ящик дальше. Правда, куда, немножко непонятно. Берем ящик и несем его вот к этому большому сундуку. Забираемся наверх. Сказал наверх. Так, отлично. И здесь что-то мы видим. Патроны к винтовке. Так. Вот, может, вот на этой этажерке винтовка лежит, а? Я явно могу туда забраться, если подставлю вон под ту лестницу этот ящик, который у меня есть. Ну-ка, давай, пробуем. Давай, тащи, тащи, тащи. Сейчас мы тут всю территорию завода ограбим. Так тут все разграблено, а мы разграбим еще сильнее, знаете, как говорят. Нет предела грабежу. Патроны от Магнум. Блин, их по две штуки валяется. Но там реально каждый патрон это бомба. Разрывной, наверное. Опа, так. Кто это? Наташка, что ли, лезет? Вот, да, нашел я такую винтовку, винтовку нашел. Так, меняем. Меняюсь. СВДшенька, ребята! Крутяк. Так, что у нас с патронами? О-о-о, тут черт ногу сломит, сколько патронов. Дымовой порошок. Передать. Хотя дымовой порошок, наверное, нам даже и не нужен. Отменить. Так, порох. Передать. Можно, отлично, сложили всецело. Пахучий химикал. Пустая бутылка. Ну, кстати, они явно соединяются. Так, вот и место появилось, и вот это можно передать, хотя не, лучше оставить. Даже, я думаю, можно отменить, бросить здесь этот цветок, у меня столько ресурсов немерено. Я вот возьму все-таки винтовочные патроны, у меня винтовка, СВДовка. Замечательно, хорошо, с этим мы разобрались. Теперь, что дальше? Я думаю, мне поставить этот генератор нужно вот к этому движку. Он тогда заработает, мы сможем тут все пооткрывать, и ворота откроются. В принципе, это логично. Прикольно, он прям как магнитный такой, знаете, вставил магнитик такой. Пак, бу, все заработало, так все классно вдруг стало. Дергай. Ну, понятно, и ты дергай. Какие-то следы есть, прикиньте. Пип-пип-пип, войдите.
Откройте, это я, Барри, откройте. Сейчас, погодите, помогу. Давай, табайся. Ого. Ого. А чё, обязательно так верещать? Так, эту штуку я с собой беру. Чтобы ворот случайно не закрылись. Сейчас раз такие ворота закрываются, отрубать мне руки, ноги, там, все, что только можно. Так, все, от запись идет. Хорошо. Так, видимо, мне теперь туда его надо подставить, под ту лестницу. Мне вообще его каким-то образом надо вообще в это здание затащить, как я понимаю. А дверь здесь закрыта, поэтому я сейчас сюда залезу, открою дверку. Правильно понимаю, да? Что это здесь такое, мыло? Не-не, этот опас. Так, берем пестик. Вот ты какая-то тварь ходит, а. Стой, не топай. Ух, там бензопила какая-то в руке у нее. Най-най-на-на-на-на-на-на-най. Привет. Отца. Пока. Привет, привет. Блин, опять зеленая трава. Это бесконечность этих зеленых трав тут. Открыть. Все, и теперь тащим туда этот сундук. Сундук движка. Сундук мертвеца. Называйте его как хотите, но он мне жизненно необходим. Мне нужно затаранить его на конвейерную ленту, и тогда мы будем с вами профессионально конвейер-ленточным методом путиш... В общем, хрен с ним. Так, от записи опять идет. Так, я нашел бутылку, сейчас бухнем вместе с Натахой. А, сочетание вместе с порохом. Чувак, верни пока на место, у тебя есть одна штука. Пошли посмотрим, как он там путешествует. Ой, судя по звуку, мне это не дадут сейчас сделать. Какие-то чавканье вокруг. Опа, а вот он уже приплыл сюда. Так, что дальше? Блин, она как слон топает. Я каждый раз пугаюсь. Так, ну, видимо, теперь на тот конвейер надо отправить все это дело. Ну, да, да. Так, идем, ловим его сверху. Ловим, я сказал. Чик-пык, чик-пык. Так, а где-то он здесь должен, наверное, приехать, да, наверх? Вон он там едет. Клоц, 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 клоц. Ух, сейчас на меня как упадет. А если я здесь встану, он на меня упадет? Интересно, больно сделает. А, здесь встать даже нельзя, прикиньте, заблокированная секция. Невозможно подойти к этому месту. Но это вообще шарашкина контора, наверное, делала. Давай, упади мне на голову, давай, бах! А, на ногу прям, больно! А, блин, не получилось. Не получилось сыграть больного. Давай, скидываю его туда. Бах! Ну, наконец-то. Я, кажется, его принес туда, куда следовало с самого начала его принести. Вот к этому агрегату, который откроет нам, по ходу дела, дверь. Ну, наконец-то. Ой, ты какая штука там лежит. Сейчас она как встанет. Ну, я же сказал. Где у тебя злое место? Тут скоро катится. Свали, 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 свали! Что ты творишь? Она меня жрет! Ух, ты куда? Где она? На, в башке было, прикиньте, а. Стоп, я тут нашел какую-то секретную вещицу, пока воевал. Пертяжка. А у меня бутылок-то нету, да? Хотя не, ткани тоже нету. Мне будут протиражки сделать. Ну ладно, ткань, я думаю, мы найдем, протиражки сделаем. Блин, какая агрессивная фигня-то приехала на лифте к нам, а? Я прям прозрел. А, поехали. Без Натальи. Эй, Наталья, ты где? Поехали. Давай без Натальи поехали, в конце концов. Чё она там... Купи где-то. О, все, заехала. Зачем мне винтовка снайперская?
Опа, блин. Ну давай. Ну понятно, надо лезть дальше куда-то. Ух, как камера крутится, а. Нет, сказали, настройках поищи. Поискал, ребят, на минимум поставил. Прыжок веры. Так, еще один. Так, а здесь вверх. Вверх нельзя, вниз. Опа, ящичек. Опять к пистолету патроны дают. Ну, я так и понял, что пистолет это будет мое единственное нормальное оружие, поэтому я в него вот усиление поставил. Он меня теперь бьет в два раза сильнее, чем... Опа. Опа, она. А чё, монстр-то кричишь? Чё, слепой, что ли? Не вижу. Так, мне кажется, нам понадобится с вами вот такая пушка. Мне не видит здесь. Для него перила непрозрачными являются. Давай. Вот так, так, один готов. Отходим. Хуч-хуч-хуч. Ух, там какие-то книжки. Так, она по кругу ходит, надеюсь. Сейчас я опять зайду с той стороны, она развернулась ко мне. Это что-то не хочет. Да! Отлично. Так, обеих уговорил. Пошли собирать вкусняшки. Ну, первая вкусняшка это вот этот вот сундук. Так, вон там еще сундук какой-то вижу. А не, это не сундук. Тут сюда питание опять нужно притащить каким-то образом. Во, сундук. Нашелся. Сапфир, это не то, что я ищу. Я ищу всякие там патроны. Так, а это что за тропинка? Рубин. А? Так, туда никак, сюда никак. Так, возможно, тропинка это наш путь. Но давайте для начала изучим, что было вот в этой книжке. Давай, читаем. Записка об утилизации трупов. 8 февраля 2010 года. Сегодня через нас прошло много тел, больше, чем обычно. Испытания вируса Т-Фобос способны истощить наш резерв испытуемых. Всего за 3 дня мы израсходовали 30 тел. Мы только то и делаем, что складываем их в мешки и сбрасываем в яму. Гениально. А, вот тут еще один есть. Зачем-то та тропинка вниз, если здесь есть движок. Ну-ка проверим, что тропинка вниз дает. Она же не даром здесь. Да, нельзя почему-то. И хрен ли она здесь? Возможно, она нам понадобится в будущем. Хотя я даже не знаю как. Может быть, там как-то убегать будем. Откуда-нибудь. Ну а пока берем, видимо, этот сундук. И тащим. Тащимся. Это как Вералаши был, помните? А что это он делает? Ух, мама, брось. Брось гадость. Ох, что это? Что со мной? Да хрен ты хобот свой расставил, и хрен попадешь по тебе. Ух, елки-палки, бежим, Митя. Все прострелял. Опа. Мочи. Беги! Беги, Витя! Блин, у меня мурашки по коже от этой херни. Вот снайперки она хорошо страдает. Че, убил, что ли?
У меня еще магнум был в запасе, так что это... Ты давай тут со мной полегче. Походу дело, убил я все-таки этого мега-босса. Потащили, потащили. Тащим, 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 тащим мы сундук. И сундук мертвеца. Что-то ересь в голове. Так, отлично, заработал рубильник. Это... Обязательно надо всем сообщить о том, что я пришел. Вот это гениально, конечно. Зачем эта сигнализация? Я слышу какое-то бурление уже, такое ощущение. Нет, трава, так. Что теперь? Ну идем, смотрим. Продолжим. Скоро мы загоним в угол эту старую суку. Как бы она нас не заманила куда-нибудь, а не мы ее в угол загнали. Вот что я так подумал-то. Она-то знает территорию, это мы тут ходим как. Прикольно, закатик. Неплохо, кстати, неплохо. Так, что за загон? О, ну-ка, смотрим. Ух ты, ёшкин кот! Откуда она здесь взялась-то, а? Ни хрена себе вот это удар! Ни хрена себе! Все должно быть иначе. Мне не было страшно, когда у меня волосы посидели, а плоть на костях обвисла. Но почему ты не меняешься? Ты ошибка природы. Я тебя собственными руками разорву. Парень, стреляй. О, что-то будет. Хрена себе, что это было? Да ладно, это конец. Да, моя жизнь была прелюдией к этому. К моему истинному рождению. Когда бы она не ушла, а куда бы она шла, мы ее найдем. Охренительно аварийный, что-то там. Там внизу, думаю, там мы ее и найдем. Пора встретиться с источником наших бед. Ты умрешь, детка. Беги, беги! Осталось последнее испытание. Вот так вот. Финальный эпизод. Метаморфозис. Превращение. Ждет нас в следующий раз. Ну... Ребят, я не знал, что я так много прошел в прошлый раз. Оказывается, вот. Вот он, конец эпизода. Значит, эта серия получилась чуть-чуть покороче, чем среднестатистическая. Так, раза в два покороче. Но что поделаешь. Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор, канал Витек Плей. Не забывайте ставить лайки. И помните... Подписавшись, вы всегда будете получать уведомления о новых видео. Кстати, в описании к видео есть такая строчка «Playlist Resident Evil Revelations 2». Нажимаете на нее, ну и, соответственно, попадаете в плейлист, и там вы видите все серии этой игры. Всем спасибо за внимание, еще раз. Пока-пока. Всем добра.